Мы снимаем про коз. Такие белые и красивые. О, хотите травку? Не могу достать. Да, вкусные. Да, вкусные. Козам вкусно. Нет, по очереди. Сейчас мы еще травок наберем. Все, достала пачку. Все, пачку достала. Вкусно, да? Да, вкусно. У них глазки такие, как бы ровные. Петухом даже меня не... И сейчас мы еще травок наберем. Так, что же? О, вот это. Будешь травку? Вот козочка. О, вот вкусно, да? Да. Да, вкусно. А, ты хочешь? Сейчас еще. Сейчас мы наберем. Юля, смотри, может, любви. О, там петух. Сейчас мы его заснимем. Вот он. Ну давай еще покормим. Это петух, он черный. Ножки промочь. Вот это курица. Вон, смотрите, петух какой черный. Ну а вон, смотри, петух черный. А это что-то. А рядом белая курочка. И коза. И белый индюк. Индюки. И гусь. Серый. Серый гусь. А клюв у него оранжевый. Красивый. Сейчас индюков пойдем снимать. Вон там, вот он. Это он, индюк. А вот опять курица. Коричневого цвета. Сейчас я большую. Побольше сниму. Это индюк. Только они пока белые. Они нашли арбуз. Арбуз нашли. Молодцы, индюки. Арбуз нашли еще. Странно, а кто вам дал их? Вот как кудахтовы. Там арбуз. А вот опять коза. Она только что бегнула. Там какой-то. О, как мекнула. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Счастья ТВ. Пока!